в Госдепе прокомментировали выдворение дипломатов РФ. В США заявили, что выдворением российских дипломатов демонстрируют нерушимую солидарность с Великобританией, а также наказывают Россию за продолжающееся нарушение международных норм. Представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт в понедельник, 26 марта, заявила, что высылкой российских дипломатов и закрытием консульства РФ в Сиэтле США демонстрируют солидарность с Великобританией, сообщает РИА Новости. Она также подтвердила ранее появившуюся информацию о том, что США высылают 48 сотрудников дипломатической миссии и еще 12 сотрудников миссии ООН. «Мы предпринимаем эти действия, чтобы продемонстрировать нашу нерушимую солидарность с Великобританией и наложить серьезные последствия на Россию за продолжающееся с ее стороны нарушение международных норм», — сказала Науэрт. Ранее США заявили о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства в Сиэтле. В России пообещали также выслать 60 американских дипломатов в ответ. Новости от Correspondent.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://correspondent.net по материалам сайта newsgra.com.